This is coronavirus. Без надписи не понял бы, если честно. Ага. Привет, Витёк здесь. 5 лет. 5 лет я радуюсь у вас своими выпусками колес. Надеюсь, вы не перестаете радоваться им. Так же, как и я радуюсь. Так что не забывайте сразу тыкнуть лайки. Потому что приходит цветок иногда и откусывает глаза. Дедок иногда мобилой грозит поколотить. Ну, в общем, вы поняли, да? А мы отправляемся. Мы отправляемся в нашу вселенную. Начнем с Бладбачара, конечно же. Бладбокс. Боже мой. Откуда у тебя такой ник-то, а? Бладбачар. Точнее говоря, он Влад, конечно же. Но демо. Real names, real games. Реальные имена, реальные игры. Что-то коротенькое. Демо, говорит. Что сзади? Ничего. Дожили. Сзади ничего. Один. Счастливые колеса. Я понял. Колеса счастливые. Так. Колеса очень счастливые. Второй. Detroit Become Human. Welcome to Detroit. Город Детройт становится человеком. The Banning of Isaac. Боже мой. Ну, Binding. Binding. Ну, вы понимаете. В общем, его прижало к земле яблоком. Это Binding of Isaac. Исаак Ньютон, конечно же. Part 2. Да, давай. Остроумничай дальше. Мама говорит, я в Ютубе, кто-то кричит. Ты в Ютубе? Боже, что ты там забыл? Мама увидит, что ты в Ютубе, потом а-та-та даст. Коротенько, но миленько. Ждем, ждем продолжения. Витёк Тарок, судя по всему, говорит, поиграй в Coffin Dance и Dominosium Game. Coffin Dance, а я... Из... Засранец, а? Почему вот этот челик, который серенький, очень, очень странно подгоняет пацана в шортах? Ну это мем, ребят, это мем сейчас самый известный, который есть. Инопланетянина какого-то нашли. Ну там, где чуваки под музыку такие, это я уже не помню, в какой это стране было. С гробом идут под такую музыку. Ну это в принципе мем описывает сейчас ситуацию, которая происходит в мире, да? Под музыку все сидим на карантине. Ох, топ, молодец. Dominosium Game, GGVP and for VP. Нажми, чтобы стартануть. Понял. Это просто доминошка будет, да? Пыньк. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Water, а что значит water? А это вода типа вылилась, да? А значит... О-о-о, прикольно, прикольно, прикольно. Пыньк. А миленько, кстати, мне нравится. А че это она упала? Вроде встала ровно. О, УЦ. А финиш здесь. Так, большой желтый шар пошел. Фига себе. Что там у тебя за миксер такой, а? Концовка неожиданная. Молодец, что постарался. 2 уровня целых наклепал. Пойду в тему ВКонтакте в свою. Автор Русланит 1. По-моему, я когда-то играл в его уровне. Invisible Challenge, невидимый челлендж. Пройди через рандомные невидимые препятствия. Сложный уровень. Так он сложный, и ты мне его даешь? Мне кажется, ты переоцениваешь. По скриптам level have
One Secret Place. На уровне есть одно секретное местечко. И оно явно не здесь. Не, вот тебе 5 баллов, не, ну нафиг, ты чё, блин, я чуть, ёжика не родил против шерсти. Я обосрался просто с твоего уровня. Ты меня испугал, not troll level, or no. Привет, Витёк. О, здорово. А если я туда пойду? Не, говорит. Понял тебя. Привет, привет. А снизу тебя ждет очень крутая вещь. Давай. Пошел вниз. Кажется, что там не надо вниз было идти, да? А подольше можно было сделать, чтобы я еще дольше вниз шел? Не, ну стопудов сейчас там ничего не будет. Это же тролл левел, да? Не надоело? Да. Ты прав. Надоел, конечно. Конечно, надоел. Мне надоел после 3 ступенек уже. Ты бы хотя бы это сделал, чтобы между ними можно было падать. Тебя затроллили. Чтобы выиграть, нажми на глаза ОЦ. Оно того стоило? Конечно. Да ёлки-па. Не, ну мог бы там всяких рисунков понарисовать прикольных, чтобы меня на этаже встречали. Причем, чтобы они появлялись, когда я туда спускаюсь. Вот я порал бы на самом деле. Автор не доделал, не дорисовал, не доделал. Фу-фу-фу-фу-фу. Что за все? Уходи из HappyWheels. Или как это вы говорите? Уходи с Ютуба. Думаю, уникальнейший ник, ребят. The Ботинок Тапок. Bottle Flip Master, говорит. Ох! Это цветовая палитра! Ох! Давно ботл флипов, кстати, не было. Он, зато мастер. Чем докажешь? А вот чем. В боженьку засунул бутылку. Казалось бы, как я могу это сделать? Начитырил. Only your best friend. Hello from Kazakhstan. Давай, какие-то тут пасхалки, арты должны быть, называется. Именно, по крайней мере, что арты. Налево. Хорош. Что это такое? This is coronavirus. Без надписи не понял бы, если честно. А, быстро закрой дверь, да? Сорян. Я что-то медленно закрываю. Анти-ковид-19. Ура! Это безопасное место. Сортир. Боже мой, я такого ковида не видел ни в жизни. Это супер морковь. Он дает тебе силу следующего уровня. Слушай, мило. Мне больше надписи понравились, если честно. Коронавирус просто бомбически крутой. Игнорируй всех игроков. Этот уровень специально для меня и подписчиков. Вау. Что со мной? А, все в порядке. Я понял, что это за уровень. Вау! Черт. А мог бы пролететь, хорошо пошел. Красиво, какого-то ПДИК там даже есть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да! Куда ты улетел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ах! Давай, пойдем посмотрим так. Мина! Ой! Еще одна мина! Воу-воу-воу-воу! Тихо! Опасно! Ух ты! Что происходит? Ой, что это за динозавр разорвало? Какие-то пасти, смотри, на меня катятся клыки. Нормально? The Чипчелинка тут был, ага, первый мини-босс Чипчелинка, ребят, в этой игре. Куча мин. Куча мин, куча мин. Куча мин, кстати.
Кучимин это кореец какой-то. Ух ты! Прыгнул от стенки, от страху. Лол, Витя, не надо кричать. Не-не-не, все, я теперь прохожу этот уровень, ребят. Я его пока не пройду, я никуда не пойду. О! Бам! Ой, ноги, привет! Давай подкрадемся к этому деду. Какого-то подык. Ого! Боже, страшно! А тут мины везде понатыканы еще. А там еще топор! Как мне не разорвало-то, когда я жопой сел туда. Ладно, все, хорош. Уровень клевый, конечно. Но я не могу бесконечно его проходить. О, Майнкрафт, 4ВП, нифига себе ты издалека начал. Я, говорит, Кирилл ВП. А, нажми пробел, когда ты упадешь. Как там его звали-то я? Рубин! Что происходит? Господи, кто на ком едет, я не могу понять. Давай. Давай телевидение показывай. Поехали. Ох, море. Что это? Эндеры. Эндеры пошли. Я вытащу тебя, Рубин. Нет? Что происходит-то? Греби ногами. Греби, нас Эндер сожрет сейчас. Во, супер. Валим отсюда. О, пересаживаемся. Хоп. Нет, не рабочий. Поехали дальше, ладно. Бам. Чики чертила. Нормально, нормально. Давай преодолеваем чики чертилу. Давай, давай, давай. Есть. Еще блоки. Да ё-моё. Вот так вот. При помощи сам себя залажу вперед. Алмазики пошли. О, да. Фух, еле дошел до финалочки. На. Воу, а я разве не видел такого уровня? Я, по-моему, играл в этот уровень. Я в него играл, он, по-моему, был в топах просто. Ну ладно, давай еще сыграем. Чего хороший уровень не сыграть-то? Витек. Такой вообще радостный. Овершоу, не знаю, что это такое. Даешь Стаса. Он Витек сам в себя складывает, конечно. Что-то как-то УЦ не появился. Только я появляюсь, что ли? А Стас появится? Давай в Стаса зарядим. Зарядил. Мы видим теперь только в победу. На! Победа! Закладываю. Не дотягиваюсь. Ладно, great job, Витя. Нажми здесь. Ну вот она, акула эта. Я помню этот уровень. Перец 1000. С уровнем Task Impossible. Привет. Этот левел веселый. Да? А где смеяться? Ну, кирпичи вижу. Ножку от УЦ завалили. Хорошо. Что это такое? Что это было? Погоди, оно мелькнуло дважды. А при чем тут... О! Хрена себе веселый уровень! Что это такое все-таки? Видимо, это конец уровня или что? Очень веселый уровень. Смеяться после пух. Рейтинг, this week, let's go. Hammer Game. Молоточная игра. Возьми, говорит, молоток. И долби. Сам по себе.
плюс 50 магазин. Тяжелый молоток. О, реально тяжелый. Упс, я, кажется, сломал. Ах! Плюс 300. Ледяной молоток. Упс, косяк. А до того вообще не докинуть. На! Рукояткой в чайник. Мистический молот. Попидипай ты. На! Ютубский молот. Нет! Ну так фейлануть под конец, да ты чего? Все, нафиг. Happy Wheels, говорит, помогает. Ты что здесь делаешь? Автор заставил меня. Опять сигвей чувак пришел. Помните, мы играли в уровень, там, где нужно было на сигвей прыгать? Они мне помогать теперь будут. А как он говорит? Дайте другому сигвейщику проехать. Это надо сигвей сру. Спайкфол. Блин, ненавижу спайкфолы. В смысле... А? Что? Погоди. Это тяжелая штука. Дай мне помочь тебе. Погоди, чел. Ты меня забыл. Это реально клевый уровень. Он о том, как нужно помогать, ребят. О помощи. Видите, по идее это должен быть типа Pogo Fight какой-то. Они такие, о, это сигвейщий, чувак сигвей, давай поможем ему. Тут раз Spike Fall, только подъезжаешь. Он такой, да что ж такое-то? Твою налево! Давайте я не буду прыгать, никуда ждем. Ура! Эти спайкфолы полные отстой, говорит. Ну, пока у тебя нет парашюта. Фарт. А так. Sword throw. Так. Не беспокойся, чувак. Я все за тебя сделаю. Роб свинг. Меня забыли. Привет, чел, говорит, я тебе помогу. О! 100 миллиардов impossible. Я не доехал до финиша. В уровне, в котором тебе все помогает, я все равно не смог доехать до финиша. Какая никчемность. Иди в Bottle Flip и играй в свои. Это не для тебя уровни. Ой, да. The Challenge от пушка. Кстати. С первого раза, ребят. С первого раза запушил его. Coffin Dance. Ну вот он. Corona Ambulance. Долго грузится. Так, что-то про Амстердам. Пацаны! Что за фигня происходит? У меня там, походу, дело еще кто-то это в багажнике трясется. Кого-то везу все-таки. А, сломанная рука, это не проблема. Тут человеку плохо. На, дыш, столб снес. На, в госпиталь вошел просто так. Жесть какая-то. Футбол поиграем, нормально, ворота. Дж, она ворота, воротам. Иди. Поздравляем, ты прибыл в госпиталь. Молодец. Поймай гарпун. Опа, на, детка. Вот это я сейчас саданул, а? Фу, акробатика 70 уровня. Спасись из компьютера.
ты. Кнопочка. readme.txt. Что у тебя есть, чтобы поискать на компьютере? Google. Здесь что выскочило? Закрыть. Плохие дешевые спикеры. Disconnect от Wi-Fi. NLD, Нидерланды, судя по всему. Turn off. Turn on. Close. Ну, судя по всему, надо в Google идти, да? Что искать? Нет, нельзя. Почему маяк нельзя поискать? Колеса. Спасите с компьютера. Нет, твой компьютер взломали. Chrome закрылся. Колеса ожили. Что? Перед тем, как продолжить, посмотри все менюшки. А менюшки могут тебя долбить. Нифига себе, я по проводу куда-то поехал. Я поехал по проводу? Я пытаюсь поехать по... О, я поехал по проводу. У меня вместо тела ноги и голова сразу. Идеально. Вообще клевый уровень. Во, робсвинг, мы же робсвингом всегда заканчиваем. Погнали. Холодная зона. Погнали. Пыньк, облёт-то. Хрена себе голова вошла. Кепочка, кепочка, кепочку. Кепку. О, отлично, кепку пнул. Кепку пнул куда надо. Растягиваемся, растягиваемся в колбаску. И пошуршали, пошуршали, пошуршали. Так, готовы. Get ready. И тыж. Уоу! На, опять башкой в ледышку. Что, опять get ready? Давай, я готов. И опа. Уоу, джин. Тю-тю-рю. Чувствуешь? Чувствуешь? Я пытаюсь тебя сейчас загипнотизировать. Сейчас возьмешь и поставишь лайк под это видео. Цветок тебе поможет в этом. 5 баллов. На этом все. Спасибо за внимание. Лайки ставь. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте и на много всего полезного. Читайте описание, там действительно клево. Всем пока.